Австрийский суд отсрочил экстрадицию Фирташа в США. Верховный суд Австрии счел нелишенной оснований апелляции украинского олигарха. Верховный суд Австрии отсрочил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Таким образом, было отменено решение апелляционного суда Австрии, сообщил во вторник, 26 декабря, адвокат украинца Ленни Д.Ж. Дэвиса, пишет Интерфакс Украина. Верховный суд постановил приостановить экстрадицию Гена Фирташа до рассмотрения его обращения, рассказал адвокат. Он также добавил, что было приостановлено рассмотрение дела до тех пор, пока суд Евросоюза не вынесет предварительное решение о применимости хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа. Кроме того, Дэвис напомнил, что 19 декабря Высший земельный суд Вены окончательно отклонил запрос испанских прокуроров на выдачу Фирташа. Как сообщалось, Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Его обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллионов долларов хотел получить разрешение на добычу титана в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. По материалам сайта news.com.